Ну, несмотря на поражение, я все равно хочу поздравить вашу команду с участием на турнире. Скажите, как вот оцените те игры, которые вы уже сыграли? Ну, первая игра была очень нервозная, потому что непривычное, наверное, поле, непривычный состав. Что ребят собрали, в принципе, так, неожиданно. Вот, и хороший соперник. Я думаю, что нужно отдать должное именно сопернику, потому что он, ну, как бы, был и быстрее, и техничнее, и увереннее в себе, чем мы. Поэтому мы и так проиграли. Скажите, а как оцените вообще организацию турнира? Много болельщиков, много детей. Как, на ваш взгляд, это в столь сложное время, насколько важно проводить такие турниры? Ну, это очень важно, и компания «Киевстар» всегда поддерживает такие инициативы. Сама участвует в социальных проектах и в таких футбольных проектах в том числе. Поэтому только аплодисменты. Больше нечего. Спасибо большое. Удачи вам. Счастливо.